প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্তোহ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ইয়ং শ্যামসুন্দরম অচিন্ত্য স্বরূপম গোবিন্দমাদিপুরুষম তমহম ভজামি। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্তোহ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ сказал, что Верховный Господь, Он оставляет будет право не быть открытым вашим органам чувств. Шрила Прабхупад сказал, что Верховный Господь, Он оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. И то же самое с Гуру Вайшнавами. В Чайтанья Матхе давно, когда Чайтанья Матхе был открыт, Шрила Прабхупад утром смотрел на арати, и после того, как арати кончилась, какой-то так называемый преданный, он сказал Шриле Прабхупаде, о, Прабхупад, то есть двери очень узкие, мы Божество не можем видеть как следует, такие маленькие двери, что Божество, ну что мы не можем Радха Говинду видеть за этими дверьми. Еще Прабхупад сказал, мы не можем видеть Радха Говинду. Невозможно для нас видеть Радха Говинду. Но, с другой стороны, мы должны совершать баджан таким образом, чтобы Верховный Господь захотел увидеть нас. И это процедура. То есть так мы должны получать даршан Господа, поскольку нашими материальными глазами мы не можем видеть Верховного Господа. Даже тогда, когда мы повторяем Харинам, то все равно для нас невозможно повторять настоящий Харинам. И поэтому в шастрах, в Бхагаватам и в других писаниях говорится, вот эта шлока «Атах Шри Кришна Намади». И вот Верховный Господь оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. Мы не можем видеть Верховного Господа этими глазами. Мы не можем думать о Верховном Господе этим материальным умом. Мы не можем совершать настоящий харинам, будучи в таком состоянии. Мы находимся в этом материальном положении. И невозможно совершать совершенное служение Верховному Господу или Вайшнавам, или служить Харинаму в то же время. Все мои органы чувств, ум и все остальное, они все материальны. И материальным умом, то есть как с помощью материального, как можно постичь трансцендентное. И на самом деле все наши органы чувств, наш ум и прочее, они все материальны. И таким образом, будучи в таком состоянии, невозможно понять ничего настоящего Верховного Господа. То есть наша сила, наша власть, наше образование, оно не способна помочь нам что-то узнать о Верховном Господе. Есть один единственный путь. Мы должны зависеть от трансцендентного звука, от апракрита шабда Брахмы. Если мы верим, что слушая харикатху день за днем от чистых вайшнавов,
мы повторяем харинам так день за днем, то общаясь с чистыми вайшнавами, и в один день мы осознаем, что мы стали осознавшие себя душой. И вот поэтому Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур сказал: совершайте служение вашими руками и другими органами чувств. You go on doing seva from heart. Try again and again. То есть совершайте служение руками снова и снова, и когда вы будете пытаться совершать служение, ваш ум не всегда будет с вами. Mind is number one traitor. Traitor, you know? Ум, он первый. Mind is number one traitor. It cannot help you, mind. То есть ум, он один из наших врагов. Он, наш материальный ум, он материален, но он не всегда готов нам помогать на пути баджана. И в Гите, в этой шлоке говорится. I told you, bhumi rapo analo kham mano buddhi revacha ahankar ityangme pakriti rastadha. Наш материальный ум, наше тело, оно тоже материальное. И материальные вещи, и трансцендентное, оно полностью противоположно. И поэтому мы должны увеличивать наш уровень самоосознания, и автоматически наш ум, наше тело они станут трансцендентными со временем, а апракрита постепенно. Because some sort of induction you can feel abesh. After that you can find that you are eligible to do seva. All seva you can do. First problem is there. Material and transcendental we И в начале мы должны понять разницу между материальным и трансцендентным. То есть мы всем сердцем должны понять. То есть мы можем что-то говорить, но чтобы так осознать полностью, что такое трансцендентное чинмой, как можно опознать, провести различие между трансцендентным и мирским. Из Упанишад и прочих писаний можно найти, что дживатма, бесконечные дживы, они подобны лучам, частичкам лучей света. And it is chinmay. All your body material matter. Наше тело материально, но внутри сердца, внутри нашего тела, душа пребывает. The tips of here, you know, if it is divided again and again. И размер этой души он подобен. Вот в писаниях описывается, что если волос разделить на 100 частей, и эту сотую часть опять разделить на 100 частей, то это будет... Each particle, you will have to again divide into particle. Still, I cannot compare that size with the light particle. I mean, jivatma standing there. Сравнить с размером души, которая пребывает в вашем сердце. Душа дживатма, она в вашем сердце, и поэтому ваше тело, оно находится в таком активном состоянии, оно живое. И в читании читамрите можно найти, что есть особый чандан из Южной Индии, очень особый чандан, и этот чандан стоит 10 тысяч рупий, вот какое-то небольшое количество. Если его растереть, если предложить Верховному Господу,
Then if you one drop, и потом это here, то, что осталось от подношения, если мы нанесем к себе на лоб, то будем чувствовать, что мы охлаждены. То есть даже чандан, он для Кришны предназначен. То есть Кришна его должен использовать, а мы не должны для себя. Но если это прасад, то есть осталось от Кришны, то в этом нету недостатка. И вот, если каплю такого чандана поместить вот на тилок, то есть можно чувствовать, что весь день вы охлаждены. И таким же образом дживатма, она пребывает в вашем сердце, в вашем теле, и поэтому можно найти, что ваше тело живое. Я не знаю почему, но поскольку душа пребывает в вашем теле, то и все органы чувств, все ваше тело активно, а когда душа уходит из вашего тела, то вы не можете ничего делать. И вот в начале всего я хочу эту особую вещь сделать акцент на ней, то, что дживатма находится в вашем теле, и эту душу вы не можете видеть, насколько она мала. То есть первое, она трансцендентна. Душа, она трансцендентна. That light particle is there inside your body. That is transcendental, chinmay. And you have no right to see. И вас нету права. Наям атма пробочане на лобхио, но медхая, но бхуму. И вот об этой же следующей логике говорится, что душу невозможно, она не, ну, сама, она настолько мала, что ее невозможно видеть, но все же она очень велика и могущественна. И это же душа, когда она пребывает в сердце слона, то есть слон, он очень силен. И когда это же дживатма, она внутри насекомого, то есть это насекомое уже не так сильно, как слон. То есть мы не можем понять, что такое атма, перед тем как понять сварупу форму Верховного Господа, нужно осознать, что такое душа, что такое атма, душа, которая пребывает в нашем теле. Если вы это поймете, то тогда вы можете продвигаться дальше. В Веданта Сутре говорится, что мы не можем объяснить, что такое атма, душа, она находится за пределами нашего понимания. Но дживатма в Веданте говорится, что то есть можно сказать, она подобна частице луча солнца. Мы не можем сжечь, утопить или как-то разрушить. Это невозможно. И как мы можем понять? Что это дживатма, она чинмой. Кришна, я имею в виду Кришна. Кришна, his whole body, he, oh, you know, dham, его все тело, его дама, она тоже трансцендентна, чинмой. Навадвипа, она вся трансцендентна. This way, you see, Krishna, suppose Krishna standing here. If you look, still you cannot understand his chinmay. Например, если мы вдруг увидим Кришну, то далеко не сразу мы можем понять, что он трансцендентен. Вот кто-то спросил меня, как можно видеть Кришну или Шри Чайтанья Махапрабху, как это возможно. И вот кто-то ответил, что через санкиртан, мы можем видеть Верховного Господа, такого процедура. Я уже сказал, вы должны зависеть от апракрита шабда брахма, от трансцендентного звука. Если вы верите в апракрита шабда брахма, трансцендентный звук,
то есть это этот Шабда Брахма, он сегодня или завтра, он сможет проявиться перед вами в своей, ну, то есть Кришна может явиться перед вами в форме трансцендентного звука. Он как бы звук, но не отличен от Кришны. Подобно тому, как Шри Кришна нам, он не отличен от самого Кришны, но мы не можем понять, поскольку это Кришна, но сам Кришна — это звук, это имя Кришны, но в трансцендентном мире, то есть Апракрита Шабда Брахма, он не отличен от объекта, которого он обозначает, то есть нет отличия между ними. Ну, например, ваше имя такое-то. Суман, например, кто-то зовет вас, а вы за километр от того места, но тот человек не поймет, но если вы будете звать Кришна, то Кришна, он услышит. Если вы будете звать Кришну вот его именем, но в этом имени Радха Говинда, они присутствуют в этом звуке. И как, например, Мадхавинда Пурипат произносит имена Кришны, Говинда, Мадхуранатха, то тогда с этим звуком Матруа, Вриндаван, они присутствуют там, в этом звуке. И сам Кришна. Но одно но. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, в этот материальный мир, в Навадвип Даму, тысячи людей у них, они получили возможность видеть Шри Чайтанья Махапрабху, даже какие-то сапожники, просто какие-то эти, ну, кто сжигает мертвецов в крематории. Мусульмане какие-то, даже свапачи, те, кто питается собаками, они, у них тоже была возможность видеть Шри Чайтанья Махапрабху, правильно? Но если они видели Шри Чайтанья Махапрабху, могли ли они понять, что он Верховный Господь? Чапал Гопал, он первый осознал это, он был прокаженный. Он совершил оскорбление лотосным стопам Шивас Пандита, правильно? И после этого он развил проказу в своем теле. Почему? Хотя он каждый день мог видеть Шри Чайтанья Махапрабху, он ходил на Гангу, принять омовение, шел в школу, чтобы, ну, дать урок какой-то. Ну, что имеется в виду Джива Госвами Пад говорит, что те, кто рыбаки, они день и ночь находятся на Ганге, на лодке, но получают ли, то есть у них есть такое, ну, особенно, ну, хотя они живут на Ганге, но могут ли получить ее милость? Джива Госвами говорит, хотя эти рыбаки, они день и ночь находятся на Ганге, рыбачат там, пьют воду Ганги, но милость Ганги они не могут получить. И вам нужна твердая, стопроцентная вера, вишвас. У вас должна быть вера, и тогда вы можете получить полное благо, иначе нет. И вот пытайтесь осознать, что ваша атма, она настолько мала, но тело Кришны, оно полностью... То есть ваша душа, она настолько мала, а она трансцендентна, а тело Кришны, тело Шри Чайтанья Махапрабху, их дама, они все трансцендентны, и это все Чинмай, и все Кришна, тело Кришны, оно трансцендентно, а Апракрита это тоже Чинмай. Его дама, его все, все, что его окружает, оно все чинмой, трансцендентно. И пытайтесь понять. И вот те
материалисты, материальные люди, они могут сказать, что мы на Курукшетре, на поле боя, мы видели, что из тела Кришны кровь течет. Нитянанда Прабху тоже был, когда Джагай Мадхай, они кинули горшок в него, то кровь тоже пошла из него, начала течь по его щекам. И вот смотрите, Махараджа, говорите, ну, вы говорите, что их тело, оно трансцендентно, и нету ни крови, ни мяса там. А почему так? А потому что вы просто вас одурачить. Вы должны слушать Харикатху, жизнь за жизнью. И тогда вы сможете развить вашу способность видеть Кришну. В Санатан Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Санатан. Арджун is defeated by tribal, Арджун, он побежден какими-то людьми, которые живут в каком-то лесу. Как возможно, что Арджун побежден какими-то дикарями? Даже Шанкар Бхагаван не может его победить, но он побежден какими-то дикарями. Махиши, значит, это жены Кришны. Из Двараки Кришна дал такое наставление, что вы их в безопасное место перевели. Но эти лесные люди, дикари, которые живут в лесу, они напали на Арджуну, победили его и забрали всех жен Кришны. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, смотрите. И вот когда похитили Махиши, это просто майя. Махапрабху говорит Санатане. То есть похищение этих цариц. И также, когда Кришна уходит с этого мира, и в различных пуранах, а еще кто где-то пишет, что тело Кришны, тело мертвого Кришны нашли, его сожгли, и как мы можем понять? Ну, это не авторитетных местах пишется. И Ядувамши, те, кто Яду, они начали сражаться друг с другом с помощью этих острых камышовых листьев, и они поубивали друг друга. Ну и вопрос, они как бы спутники Кришны, трансцендентные все, и как они поубивали друг друга, как это возможно? И я прошу вас следовать чистому Вайшнаву, повторять Харинам, слушать Харикатху с настроением, и вы должны развить безраздельное желание служения нам севу, дам севу. То есть не значит, что просто есть, спать, служить Харикатху. Нужно еще что-то делать, нужно совершать баджан день и ночь, нужно служить. И постепенно вы можете развить ваше сознание. И поэтому в Брихат Бхагаватамрите говорится, Кришна бхакти судха панат дехо дайхик висите тесам панчобхотик дехо писачидананда рупота. И вот Санатан Госвами Пад в Брихат Бхагаватамрите говорит, Кришна бхакти судха панат дехо дайхик висите тесам панчобхотик дехо писачидананда рупота. Что я говорю? Кришна бхакти судха панат. You have to go on, drinking this transcendental nectar, Harikatha. Кришна бхакти судха панат, it is fifth case ending. In Karak Vibhakti, case ending.
И вот слушайте эту харикатху, эту трансцендентную харикатху. Если вы будете слушать харикатху от чистых гуру и вайшнавов, то есть вы получите какой-то результат, какое-то благо. Шудха пана значит нектар, когда это нектар, тогда, когда у вас есть возможность слушать харикатху от возвышенной души. Апракрита саду, а нет какого-то материального человека, даже тот, кто наполовину материален, это тоже плохо. 50% материал, 50% still not. 100% То есть саду должен быть полностью трансцендентен. Like I can give one example. Парикхит Махарадж hearing Харикатху от Шукадева Госвами. Как пример я могу привести. Парикхит Махарадж слушает Харикатху от Шукадева Госвами. На Годрум Дупе, когда Бхактивинода Тхакур совершает баджан в Парамахамса, вешает он принял орден Бабаджа, и вот утром он объяснял Бхагаватам, и только один или два преданных слушали Харикатху. Кришнадас Бабаджа Махарадж, он был личный его слугой, он слушал и Гуру Кишор Баба иногда приходил. И вот только два преданных были. Хотя сам Бхактивинода Тхакур говорил Харикатху. И вот он с закрытыми глазами он объяснял Бхагаватам таким образом. И вот мы должны пить этот нектар трансцендентной харикатхи. И когда вы будете слушать эту трансцендентную харикатху, то тогда вы можете забыть о вашем теле. Вы можете забыть все о вашем теле, о вашем уме и все, что связано с вашим умом и телом. Ну, подобно тому, как человек, который пьет вино, потом он пьянеет уже. Его ум отключается, и те, кто совершает харикатху, совершает баджан, можно видеть, что когда они куда-то идут, их глаза на полу закрыты. То есть они, как, например, Шанкар Бхагаван, его глаза всегда наполовину закрыты, поскольку он совершенно не заинтересован в том, что случается в этом материальном мире. Он всегда смотрит, созерцает трансцендентные лилы Верховного Господа, и поэтому его глаза полузакрыты. И вы тоже должны достичь такого состояния, если вы хотите видеть Верховного Господа. И вот сегодняшняя тема Харикатхи очень интересна. Как, что Верховный Господь есть, но как его увидеть? В Бхагаватам говорится, что когда чистые преданные воспевают Харикатху, то тогда Верховный Господь, Он присутствует там. Но мы не можем видеть. Bhagavan speaking in front of Narada, Bhagavan говорит Нараде, Нарада, будь уверен, что когда чистые преданные, они воспевают Харинам, то будь уверен, я присутствую в том месте. Bhagavan speaking in front of Narada, Madhvakto jatra gayanti tatto tishtami Narada. Usually I am present. И вот Бхагаван говорит, что я присутствую там, где мы чистые преданные воспевают Харикатху, но мы не можем видеть. Когда Шрила Прабхупада говорит Харикатху, то Шрила Прабхупада в то же время через Харикатху он может видеть Верховного Господа, но все остальные, кто их слушает, но они не всегда могут видеть Верховного Господа.
Да, Верховный Господь присутствует там, но не каждый может видеть Его. И вот на берегу Радхакунды Шрила Прабхупад говорил Харикатху. И когда Шрила Прабхупад хотел сказать что-то о Радхаране, Шрила Прабхупад, он потерял, ну, почти потерял сознание, он Аштасатвикар явился на его теле, и он не мог говорить дальше, и он сразу остановился, как Шукадев Госвами, он так много хотел сказать нам, но когда Шукадев Госвами, он хотел что-то сказать о Радхаране, он не мог говорить как следует, поскольку если он хотел произнести имя Радхарани, он уже терял сознание, что Сатвикар приполнял эти восемь видов божественных изменений. Они приполняли его тело, и он не мог говорить дальше. И вот имя Радхарани — это оно подобно указателю. Аная значит, что ей, что она первейшая. И Шри Кришна, он может принимать служение от нее непосредственно. Шри Кришна, он полностью доволен ей. Аная радитам. Радитам мане арадитам. Радитам. Аная радитам. Значит. Аная радитам. Арадитам мане. Арадитам значит. Орши. Поклоняемая. Ай. Арадито жди тапасас тапас. Нарадито жди тапасас тапас. Антар вахир жди тапасас тапас. Наантар вахир жди тапасас. Я уже говорил много раз об этой шлоке. So this way, и вот таким образом, это очень уникальная вещь, я не знаю. Когда Шрила Прабхупада говорит Харикатху, Шрила Бхактивинодар говорит Харикатху, наша Гурага говорит Харикатху, Шридхар Махарадж, Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж, что Кришна, несомненно, присутствует там, но мы не можем видеть. И как же его увидеть? Хотя в Брихат Бхагаватам Рите Санатан Госвами Пад говорит, если вы будете слушать и слушать нектарную Харикатху, то вы забудете себя и свое тело, и все, что связано с вашим телом. Санатан Госвами говорит об этом. Вы можете забыть все. Вы не будете помнить, что ваше тело здесь. Бхагаватам говорите. И вот такой же пример я привожу вам, когда кто-то пьет вино, и после этого он уже не может, ничего не помнит. И Бхагаватам говорит так же. Мадира значит вино. И после того, как человек выпил это вино, опьянел, то есть он уже не помнит, что к чему, не помнит, одежда на нем или нет. Бхагаватам говорится об этом. И такой же пример, слушайте Харикатху, и вы должны следовать, соблюдать Ачаран, не значит, что просто слушать Харикатху от Гуруваги, но если мы не можем практически применить ее в своей жизни, то это бесполезно. Нет пользы от этого. Вы должны слушать, и вы должны практически применять эти принципы в своей собственной жизни. Иначе это бесполезно. И вот можно найти, что материальное тело, но это тело, которое состоит из пяти элементов, из земли, из эфира, из воздуха, из воды, из огня. И вот эти пять элементов, ваше тело, оно полностью состоит из этих пяти элементов. И если жизнь уходит из вашего тела, то ваше тело, оно опять превращается в эти пять элементов. И вот согласно химии,
If one body is burnt up totally, after that some portion can gaseous form, water can vanish. At the same time, то есть часть вашего вода испаряется, то есть что-то уходит в землю, что-то еще куда-то. Ну, то есть тело оно так распадается на пять первоэлементов. Go back to this nature. You cannot keep it temporary. All your body, all your mind, all your money, временно. Everything temporary. Just все богатство и все, что связано с вашим телом, оно все временно. И Майя-деви, она просто одурачивает вас, она не позволяет вам видеть Кришну. И вот Санатан Госвами говорит, если вы очень возвысились, очень высоко через слушание Харикатхи, то есть тогда вы можете забыть свое тело и свой ум. Если вы можете, то есть, хотя ваше тело у нас состоит из пяти элементов, но под воздействием Харикатхи ваше тело не может одухотвориться и стать трансцендентным, и тогда вы никогда не будете чувствовать усталости от совершения Санкиртана, от совершения Харинама. И смотрите, и Кришна, если даже присутствует, то есть далеко не все могут видеть его, поскольку не у всех есть право видеть Кришну. И первое, что я сказал, это то, что Верховный Господь оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. И Джива Госвами Пад, он более подробно объясняет это. Что Кришна, он полон шакти, различных энергий, и это термин очень широк. Когда я говорю, что Кришна, Шактиман, Верховный Господь, он не отличен от шакти. Шакти, шакти, матор, абхед, Веданта Сутта. И вот Веданте говорится в этом стихе, шакти, шакти, матор, абхед. Почему? Поскольку Кришна и его энергия шакти, они не отличны. Шакти, оно всегда находится с Кришной, но это шакти, это открытый термин. Очень много энергии у него есть, много шакти. Даже в какой-то обычной материальной науке описывается энергия света, энергия тепла и прочая энергия, механическая и прочее, прочее. То есть можно найти различные виды проявления этих энергий. И вот смотрите, эта энергия, вы ее отдельно не можете видеть, это невозможно. It is with Krishna. Она всегда связана с Кришной, и Джива Госвами Пад говорит, что есть особая энергия Шакти, которая предотвращает, то, чтобы вы видели Кришну. На бенгальском санскрите зовется Кришна Свапракашита Шакти. То есть Кришна может сделать так, чтобы вы видели Кришну или чтобы не видели Кришну. То есть Кришна как бы есть, но вы его не замечаете. И пример я могу привести в связи с этим. В Пурушоттам Даме, на время Радха-ятры, в то время Шри Чайтанья Махапрабху, он танцевал с семи группами. And Chaitanya Mahaprabhu himself, Jagannath, at the same time, Chaitanya Mahaprabhu want to show us how to satisfy Jagannath. И вот Чайтанья Махапрабху, он хотел
показать нам, как удовлетворить Джаганатха. И вот, чтобы полностью удовлетворить Джаганатха, он для его радости начал совершать санкиртан. Было 108 мриданг в то время. И 7 групп. То есть они все воспевали святые имена очень громко. И все смотрят все читания Махапрабху в моей группе. То есть все преданные, они все видели, что Махапрабху только в их группе танцует, совершает киртан только с нами. То есть, смотрите, это было в семи сампрадаях, то есть в семи группах, он находился одновременно. Но если Чайтанья Махапрабху, но почему люди не видели, хотя он в семи группах одновременно был? То есть, а видели только в нашей группе танцуют. То есть другая группа видела, что это только у них он танцует, третья, что только у них и нигде больше. То есть такая лила, какое значение же ее, что, но только два или три преданных, вот Раджа Пратапарудра, Сарвабхаума Бхаттачарья, они были на крыше и видели, что Махапрабху танцует в семи группах одновременно, но никто не видел. Почему? Поскольку согласно желанию Шри Чайтанья Махапрабху, Йогамая так это все организовала. Что никто не мог понять. Это обязанность Йогамаи. Шри Чайтанья Махапрабху хотел увидеть, показать вот этому Кашимиши Сарвабхаума Бхаттачарья и Раджа Пратапарудри. То есть они только видели, что он в семи группах находится, остальные видели, что в одной. Понимаете? Это было тысячи преданных, но почему они не могли видеть? Thousands of devotees there. Nobody can see, only 3% can see. What is the fallacy? What is the magic, you see? That is called Saprakishna. То есть всего несколько преданных видела. Krishna can reserve the right of not being exposed to your Shakti, она делает так, чтобы не все смогли видеть Кришну. То есть Кришна оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. И вот кто-то спрашивает, как увидеть Кришну Верховного Господа, когда ваше тело и ум, они материальны, как можно увидеть Кришну? Да, вы даже не можете служить вашему Гурудеву, если ваш Гурудев трансцендентный, а Пракрита Махабхагавата. Если ваш Гурудев, он чистый, преданный, не Матхиамадхикари, это вы не можете служить ему, поскольку его положение отличается от вашего положения. Ваш Гурудев находится на трансцендентном уровне. Мой Гурудев Шрила Бхакти Павман Пури Госвами Махарадж, он находится на трансцендентном уровне. А если я нахожусь на материальном уровне, то есть как я могу ему служить? Поскольку мой Гурудев так высоко на трансцендентном уровне, мне нужно возвыситься до того уровня, и тогда я смогу полностью ему служить, иначе нет. Но кто-то может вопрос задать, мы смотрим, что не всегда так происходит. Кто-то служит тот, но это как зарядка, как это тренировка, репетиция, абьяс-йога. То есть наши попытки, и эти попытки, они должны совершаться под руководством чистого преданного. Если вы продолжаете, но ваш Гурудев, если он дает вам возможность служить ему, что еще так готовите, стираете, убираете, и еще что-то, вы не можете видеть вашего Гурудева в таком настоящем свете. И так можно развить какие-то оскорбления. И в Гауди Даршан я могу показать вам, что если не все, то 99% людей не развивают какие-то оскорбления, когда они живут рядом вместе с чистыми преданными.
поскольку они материальны. I have to say almost 100%. Но я хочу, ну, сказать, что почти 100%, ну, может, не 100, но 99 или больше. I can show history. Ну, из истории можно видеть обычно 99% этих людей, которые находятся рядом с чистыми преданиями, какие-то материальные идеи возникают в их уме, оскорбления, какие-то там подсчеты, и они падают. И поэтому пытайтесь поддерживать безопасное расстояние между Гуру и Вайшнавами. Например, когда вы ведете машину, вы должны держаться на безопасном расстоянии от других машин и других объектов, иначе можете совершить оскорбление и упасть. И поэтому служить чистому, чтобы служить чистому Вайшнаву, нужно возвыситься до, примерно до его уровня. И также, если вы хотите служить Кришне, Кришна-наму, Харинаму, то все равно вы должны возвыситься выше и выше, иначе вы не сможете совершать это служение. И вот Кришна Свапракашита Шакти, то есть Кришна, он может явиться перед вами или может не явиться. Это зависит от него. Like sun is there. Подобно тому, как солнце. Sun is there. When sun is there on sky, then you have the chance to see everything. У нас есть возможность видеть все. When sun gone, а когда солнце ушло, то не можете видеть ничего. Гуру Вайшнава, они самопроявленные, самоявляющиеся. Самопроявленный Гуру и Вайшнава, Верховный Господь, Дама, Нама, они все самопроявленные, они могут проявиться сами по своему желанию, они трансцендентны. И вы не можете видеть их. Но если не захотят, и поэтому тогда Шачатани Махапрабху явился в этом материальном мире, то тысячи людей они могли видеть Шачатани Махапрабху. Махапрабху шел в принятие омовения, шел на рынок, шел туда и сюда. Но кто его видел? But you cannot see. То есть мы как бы смотрим, но не видим. Чапал Гапала не видели Махапрабху, осмотрели на Махапрабху, но не понимали, кто он такой. Сидор, Кулаваджа Сидор. Сидхартха, он этот, который продавал бананы, он всегда спорил с Махапрабху. Они так спорили, но не понимал, кто такой Махапрабху. Махапрабху, он торговался с ним, а тот говорил, что нет, слишком дешево, иди в другом месте покупай, но я за такую цену не отдам. И вот Махапрабху спорил с ним, но он не мог понять, кто он такой. И однажды Махапрабху сказал: «О, Шридхар, ты смотри, сидишь на рынке и что ты продаешь? Какие-то бананы, какие-то цветы бананов». И после того, как ты что-то заработал, он наполовину тратил на Ганга-пуджи, а половину на еду там не уходило. И Шачитани Махапрабху начал шутить со Шридхаром. Но Шридхара не мог понять, что он Верховный Господь. I need not go to Ganga. Он не мог понять, что ему не нужно идти на Гангу, чтобы совершать поклонение ему, но в один день он понял, когда Шачитани Махапрабху позвал Шридхара, сказал, что я здесь. Позовите Шридхара, пускай он придет и увидит мою сварупу. И он пришел и думает, что же я увижу. Это Господь, тот Господь, который торговался со мной на базаре. То есть где же он? Поскольку Шачитани Махапрабху, он... Эй, кол, Сидхар! Он... Эй, кол! Аддайто! Кол, Аддайто, Госай! Кол, everybody! Он сказал, чтобы позвать всех, чтобы все пришли и увидели, кто он есть. И он явил себя в таком величественном образе, сидя на троне. И что вы принесли мне? О, Господь, молоко какое-то, давайте.
И вот он взял и выпил горшок молока. Что еще? Какие-то фрукты? Давайте. И вот он принял эти фрукты. Джаганатх он принял. И все видели. Иначе никто не мог видеть. Как может видеть то, что Господь не хочет показать нам? И вот Чапал Гопал, он совершил оскорбление лотосным стопам Шивас Пандита и проказывание. Заболел проказой из-за этого. И вот он сидел на дороге, где Шичатани Махапрабху проходил принять омовение, чтобы и он просил прощения, но Махапрабху говорил: нет, я не могу простить тебя. Ты должен страдать жизнь за жизнью, миллионы рождений, я не могу простить тебя. И он плакал. И вот Чапал Гопал, не только Чапал Гопал, а все остальные, они тоже видели, что Гуанга Махапрабху каждый день идет на рынок, принимает омовение, потом в школу уходит. То есть они как бы смотрели, но не видели. When full kippa is not giving you backing, полной, на нас полной милости, когда наш даршан, наше видение, если это милость этого гуру Вайшнава или Бхагавана, если на нас есть их милость, если она поддерживает нас, то тогда мы можем видеть Верховного Господа или Гуру или Вайшнава, иначе нет. Однажды вы слышали о Гаргамуне? И вот из Бхагаватам это великий Муни, он был очень могуществен. Однажды один саду, который не мог видеть Сурдас. Не, но был другой Сурьядас, очень давно уже у него глаз не было, и вот он плакал перед Гаргамуни: о мудрец, я слышал, что Верховный Господь явился в этом Гокуле. Я хочу увидеть его в форме Гопала, но не могу увидеть. Но я слышал, что он есть, и Гаргамуни спросил: ты никогда не видел? Нет, я слеп. И ты не можешь видеть его в своем сердце. Говори правду. Ты видишь что-то в своем сердце? И он сказал: да, я видел в своем сердце очень превосходную форму Господа. Он был в форме мальчика. Он был несравненно красив. И это есть Гопал. И он есть Гопал, да. Внутри твоего сердца ты можешь видеть его, но снаружи нет. А он спросил: если ты можешь исцелить мои глаза, я тогда смогу видеть Гопала. Но Гаргамуни сказал: смотри, у тебя есть возможность увидеть Гопала в очень необычным образом. Если я дам тебе глаза, дам тебе зрение, то есть ты сможешь видеть материальные вещи и Гопала в то же самое время. А сейчас ты только Гопала видишь. И этот человек сказал, что нет, не нужно ничего, недостаточно видеть Гопала. Иначе там какой-то Камса, Шишупал и прочие материалисты, которые мешают. Вот очень много сиддханты в этом примере. На Голоке нету Шишупала, ни Камса, ни Дандавакры. А когда Галок Вриндавана снисходит сюда, в этот материальный мир, то здесь мы можем видеть Камсу, Шишупала, Джарасанду, Путану. И в том, тот Вриндаван, когда снисходит сюда, то здесь особенность. То есть мы можем видеть Говинду и Камсу тоже, Джарасанду и прочих демонов. То есть такая особенность. И те уникальные саду, которые пребывают на Галоке, они могут видеть Галоку отсюда. Это их правильный даршан.
Goloke Gokul Darshan. Gokul here. Gokul. You can watch Gokul and Если Golok. Вы можете видеть Гокул и Голоку неотличными Goloke, друг от друга. Goloke Gokul Darshan, Gokule Golok Darshan. Is that problem? You understand? Ты понимаете? То есть он, ну, это на Бенгали Махарадж сказал, что если вы можете, когда вы находитесь в Гокуле, если вы будете видеть Голоку, это правильный даршан. А если, находясь в Гокуле, вы будете чувствовать, что Голока там пребывает, и нет ничего материального. Но все же Йогамая организует ситуацию таким образом, что когда Вриндаван, then you have the chance both. You can see. Он снисходит в этот материальный мир, то есть вы можете видеть и то, и то. В этом материальном мире, когда Вриндаван снисходит сюда, то великолепие лилы, оно увеличивается. Она становится более великолепной, как, например, Камсия физически, когда присутствует, то есть лила более насыщена, и Шишупала, когда здесь, то еще более насыщена, когда Акасура, Бакасура, Путана и прочие демоны, когда они хотят убить Гопала, эта лила, она становится более насыщенной, и вы должны смотреть с позитивной точки зрения, и для вас возможно видеть Верховного Господа тогда, когда вы возвыситесь до того уровня, понимаете? И вот через Санкиртан вы можете видеть Верховного Господа, это правильно. В Каликал, в этот Каликал невозможно для вас видеть Верховного Господа непосредственно. Шрила Прабхупад может видеть, Бхактивинода Тхакур может видеть. То есть они могут видеть Верховного Господа, но для нас невозможно. И также шлока, с которого я начал. Premanjana Chrita Bhakti Vilochaneno Santaha Sadeva Hidesu Vilokayanti Yam Shyama Sandaram Achinta Guna Sarupam Govinda Madhi Purushanta Mahambhajana. In this slope one point is there. В этой шлоке одно. If you want to watch Supreme Lord, говорится, что если вы хотите видеть Верховного Господа, Чайтанья Махапрабху явили лилу в прошлом дхамме, тогда все преданные, они могли видеть Чайтанья Махапрабху должным образом. Они знали, что это Верховный Господь. Харидас Тхакур, Сарвам, Бхаттачари. Рагунадас Госвами, они видели, что это Верховный Господь. But you no. see, Ramchandrapuri cannot see. All devotees can see Supreme Lord. Ramchandrapuri не мог видеть, хотя все остальные преданные видели, понимали, что это сам Верховный Господь. Но почему? Вот Рамачандра. Who? Рамачандра. Ramchandrapuri. Ramchandrapuri он не мог видеть. He cannot understand. Не мог осознать. He is a godfather. Он брат Боги. I should not speak this way. He is not a godfather. Говорит, что он брат Боги, чей-то. Он вообще, ну, как бы не брат Боги, но так или иначе, Ишвар Пурипада. Он получил дикшу Харинам от Мадхавендра Пури, но все же он не мог видеть Верховного Господа. Он пришел в Гамхиру. И говорит, что ты очень, ты саньяси, ты настолько жаден. Почему эти муравьи вокруг тебя бегают? Несомненно, ты ел сладкий рис или какие-то расагулы прошлой ночью, поэтому вокруг тебя муравьи бегают. То есть он начал критиковать самого Верховного Господа. А что это значит? Это значит, что он не может видеть, у него нет возможности увидеть Чайтанья Махапрабху. Он не может его видеть, будучи в таком положении.
Everybody can what? Those who are pure devotees. То есть эти чистые преданные. Everybody. Все, кроме него, они могли видеть, что он Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, Рай Рамананда Сарвадамодар. Они видели, что это сам изначальный Верховный Господь, Рай Рамананда мог видеть Радха Говинда, иногда Говинда, иногда Гауранга. Кто ты? Что я просто человек, саньяси нет. Говори, кто ты? Почему? Поскольку я иногда вижу тебя вот в этой форме или в другой. Или ты в форме Махапрабху. Ты говори, кто ты на самом деле. И он сказал, что ты Махабхагавата, поэтому ты видишь Кришну везде. Это, естественно, нет. Признавайся, кто ты. Но в итоге он был вынужден признаться, что да, я тот самый Верховный Господь, но не говори никому. И вот Махапрабху сказал, что не говори никому, иначе подумаю, что я сумасшедший, ты сумасшедший. И вот сейчас вопрос в том, как это возможно встретиться с Верховным Господом. В эту Кали-йогу у нас есть возможность с помощью Санкиртаны встретиться с Верховным Господом. Control over your sense organs. Чтобы контролировать ваши органы чувств. To get, victory over this Maya. You will have to hear Harikatha from a pure devotee. Вы должны слушать Харикатху от чистых преданных, от чистых преданных и слушать Харикатху от чистых преданных. Нет никаких других путей. Вы должны слушать Харикатху, совершать Харинам, следовать чистым вайшнавам, и тогда постепенно вы можете развить этот вкус. И вы должны совершать харинам с самого утра, с трех утра. И как, например, на базаре, если вы хотите что-то хорошее купить, то лучше с утра пойти, иначе все раскупят и ничего хорошего не останется. И также на рынок святого имени мы должны идти пораньше, и вот наш рынок святого имени открывается в 3 утра, но большинство из нас спят в это время. Но мы должны совершать харинам, чтобы обрести осознание и совершать харинам. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, что он делал? Он приходил из офиса, немного легкого просады, он ел, потом спал где-то до 10 вечера, и потом всю ночь воспевал харинам. I'm doing Churasika's parikrama. Я совершал парикраму 84 кроши, но я привык уже. So last time ходить, I'm big, последний раз, so когда я когда был на Варшане и встретился с преданным, он меня очень любит слушать харикатху. В ту ночь я там же остановился, и я увидел, что тот преданный харинам повторяет с 12 ночи. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Jai Shri Radhe. Hare Krishna, 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 whole night. И вот так он повторил харинам. И сейчас, 25 дней назад, я с Вриндавана вернулся, и он ушел с этого мира уже. So nice. Очень all быстро, night, то есть всю ночь повторял харинам, и очень громко, и так скоро ушел. If you like to get power, вот, если вы хотите обрести силу, вы хотите проверить мои слова, то повторяйте харинам с самого раннего утра. Брахмачари саньяси, у них не имеют права спать только 4 часа, не больше. Only 4 hours. Только 4 часа. Even less. Даже меньше. 4 hours. You can take rest in whole day. То есть за весь день. Follow my point. Понимаете? Not то есть больше не стоит. Поскольку те, кто следует брахмачари, автоматически их сила, она
restored inside their body. Восстанавливается их, они могут хранить энергию в своем теле. Если ваш ум и ваши органы чувств, они антармухи, то есть они смотрят внутрь, не снаружи, а внутрь. То есть они не стремятся ни к чему материальному. То есть они только заняты поиском той абсолютной истины. То постепенно ваши органы чувства не остановятся, внешние остановятся, внешнюю деятельность погрузится внутрь, и тогда они позволят вам видеть Кришну Гопала Шинати. Когда вы повторяете Харинам, будучи здесь, вы можете видеть Рада Шьяма Сундара, который находится во Вриндаване. Шинати Гопала вы будете видеть в точности такими, какие они есть. Когда вы воспеваете Гайтри, вы когда увидите Даршан Кама Гайтри, вы сможете увидеть все, полностью тело Гопала. С самых стоп до макушки. Иначе ваша Кама Гайтри бесполезна, если во время ее повторения не получаете Даршан Кама Дева. Вам не нужно идти в храм Джаганатха, вы, повторяя святые имена, вы можете видеть его, но не все могут поверить. Нужно практиковать. И вот мы вернемся к жизнеописанию Мадхавенды Пури, и что Шри Чайтанья Махапрабху говорил нам. Я хочу сказать об этом. И вот Шрила Мадхавенда Пурипад, он сам осознавший себя душа, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Он явился до Шри Чайтанья Махапрабху, но все же он вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабху. Почему? Поскольку, ну как можно понять, то есть хотя могут они родиться до Махапрабху или после, или во время, но не столь важно. Главное, то есть если они исполняют желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху, то тогда они и есть его вечные спутники. Шрила Бхактивинода Тхакур, Рупа Санатана, они все вечные спутники Шри Чайтанья Махапрабху. Даже сейчас, если вы найдете какого-то преданного, который хочет исполнить желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху, то будьте уверены, он тоже его вечный спутник. He is less interested about his own patishtha, money, position, nothing. Less interested. He can speak. He can speak on patishtha. He can make unity on patishtha. But Vaishnavi patishtha is unique. You cannot make unity. То есть, ну, Вайшнава патишта, она другая. То есть чистые вайшнавы, они могут принять вайшнава пратишту. И вот Шрила Прабхупад говорит, и вот Гопал три раза явился Мадхавенда Пурипаду непосредственно. Мадхавенда Пурипад повторял Харинам на берегу Говинда Кунды. И Гопал явился с горшком молока, не каким-то простым молоком, трансцендентным молоком, амрита. Прими это молоко, почему ты постишься, почему ты, ну как, откуда ты знаешь, что я пощусь? Ну, смотри, вот эти матаджи, они пришли взять воды из Говинда Кунды, и вот тут увидели, что ты тут вот сидишь, повторяешь Харинам, ничего не ешь, ничего не просишь, и поэтому не послали меня, чтобы я пришел к тебе, принес молоко, и вот я пришел.
И вот он посмотрел, насколько прекрасно он выглядит, но не понял, что пришел. Поскольку Мадхавендра Парипад думал, кто же он настолько прекрасен, но не смог осознать, что это Гопал. Сам Гопал, он сам пришел к нему, принес молоко. So Gopal can come in front of you also. Gopal также может явиться к вам. Почему нет? Cannot come. Разве? In Vrindavan you can find. То есть во Вриндаване можно найти так много случаев. Krishna just что Кришна может явиться своим преданным непосредственно. Много раз это было. Не однажды, а много раз. Много случаев таких было. Krishna going into competition. One devotee there, Govinda Das, like he, what I forget his name. He is singing and Gopal also. I can sing this way. And let me see how you can sing. He is singing, Gopal is also singing. Sometimes Gopal is defeated. He is there, that place is there. Vrindavan, so many places. So Madhavendra Paripad in dream came directly. After that, when однажды во сне не сам пришел, потом во сне пришел. Drink milk. After that, waiting, Gopal told, I can come and take the pot back. Он сказал, что придет, заберет горшок, но он сидел и ждал, пока он придет, но его уже было ночью, он заснул. Кто-то, я Гопал, я Синадж, я пришел к тебе, ты правда? Да, я там, в лесу. Ты забери меня из леса, мы там закопали в лесу Ваджанапха, он установил меня очень давно. И сейчас меня закопали в этом лесу и жду, когда Мадхавендра сможет прийти и опять служить мне. Я жду тебя. Нет никого, кто бы служил Гопалу. Почему Гопал говорит так? Я жду, когда Мадхавендра придет и будет служить мне. И вот Господь очень заинтересован в том, чтобы принять служение от вас, но нужно стать достойными, и поэтому Он не принимает служение от нас. И вот Мадхавендра Пури, он проснулся, начал плакать. Он плакал и плакал. О, Господь, сам Гопал явился ко мне, но я не осознал, как я неудачлив. Но все же Гопал дал ему указание, что ты должен выкопать меня вот из того места, построить храм и там поклоняться мне. Вот Мадхавендра Парипад вошел в деревню и сказал: «О, Враджаваси, приходите». Он явился ко мне во сне, и он находится там, в этом лесу. Пойдемте проверим. И все Враджаваси, они пошли искать. Они разрубили джунгли и вошли в лес. И увидели, что Гопал там настолько прекрасен, настолько он тяжел. И вот все враджаваси взяли его и с великими усилиями вытащили его из леса. Они установили его на холм Гавардхана. И начали, ну, Абхишек, подготовляться к Абхишеку и к другому служению. Потом Анакут был, я подробно не буду говорить, но потом опять Гопал явился во сне ему, и он сказал: «О, Мадхавендра, ты служишь мне, но мое тело, оно горит, поскольку очень долго я находился в лесу». Лучи солнца, жара. И я хочу, чтобы ты пошел в Южную Индию, и Малая Чандан принес мне. Это такой особый Чандан.
дерево сандала. Ты не сам должен идти, не нужно никого посылать. Я хочу, чтобы ты пошел. Ну хорошо, я пойду. Ты можешь пойти и организовать чандан. И, его натереть и поднести мне, иначе мое тело горит. И вот он был два ученика из Бенгала, он дал им дикшу, он оставил на них поклонение и служение Гопала. И все раджаваси, они тоже помогали, и тем временем Мадхавендрапури, он ушел в Ориссу. To arrange for chandan, чтобы принести чандан, чандан чистое сандал. Now in the meantime, in the midway, по дороге, he is going to towards, you know, он шел к Нилачалдаме. But as and when he is coming to Orissa, и вот, когда он дошел до Ориссы, он проходил мимо Ремуны, Кира Чурагопинатха. But that time the name was not Кичура Гопинатха. Его звали просто Гопинат в то время, но история была, что Говинда, Гопинат и Мадана Гопал. Три божества было, когда Рамачандру отправили в ссылку. То в то время Рама, Лакшман и Сита, они были в этом лесу из Дандакарани. То есть у них был там Баджан Кутир какой-то, ну, домик. Шалаш даже, вот Рамачандра там жил. Я был в том месте, это на границе Андхра-Прадеш и Орисы. Dandakaranya is a vast, big place, no small part there. Actually, that place is far from Orissa. It's all just border. И вот эта граница там. There actually, Ramchandra, Lakshman, and Sita came there. Рамачандра, Лакшман и Сита, они были там. И вот когда они жили в лесу, однажды Сита asking to Ramchandra, попросил Рамачандру, чтобы он божества какие-то сделал. И arrow, you know, arrow? Из стрелы. Arrow, then the sharp edge of arrow on stone. Из острова. Ramchandra making deja. Ну, из острия стрелы Рамачандра сделал трех божеств. Говинда, Гопинат, Мадан Махан. Why you make this way? Actually, this sarup is nitya. Govinda, Gopinath, Madan Mahan. Почему? Поскольку это божества, они вечны, и эти божества, они не отличны от самого Рамачандры, они находятся там в Римуне. И вот когда Мадхавендрапури Пад, он дошел до того храма, он увидел, что это служение, оно очень великолепно. So in the evening time, вот after арати, is over, когда арати кончилась, Мадхавендрапури Пад сидел и думал, что такой прекрасный кир, сладкий рис. So Мадхавендрапури after бога, the Мадхавендрапури took decision. Well, seva, they are doing nice seva here. If I can take information, Мадхавендрапури Пад подумал, если я узнаю рецепт, такого, как они готовили этот кхир, я тоже могу подносить этот кхир во Вриндаване Шринатху. Но я могу, хочу попробовать этот кхир, как он на вкус. Ну, потом он подумал, как я мог подумать об этом, поскольку я очень жаден, я хочу попробовать этот кхир, как плохо. Ему стало стыдно, и он ушел. То есть Говинда, Гопинат, Мадан Махан, это для них кхир, а не для меня. Ну, как я мог подумать об этом? И вот он пошел там, остановился на рынке, начал повторять хренами, думая, что какой жадный, как мог такой вообще подумать. А Пуджари, после того, как предложили кхир, ну,
И вот уже мандир закрыли, пуджари уже ночную арати прошло, и Мадхурида Пурипадна, когда он уже ушел в какой-то рынок, он повторял харинам, а в то время пуджари закрыл храм и пошел к себе в комнату, чтобы лечь спать. И вот только он собрался спать, и тут Господь явился к нему. «О, пуджари, давай вставай». I keep one nice kheer. Я горшок кира оставил внутри храма, ты должен открыть храм и забрать горшок кира и отдать его вот моему преданному. Его зовут Мадхавендра Пури, вот прямо сейчас вставай, иди. Пуджари пошел, открыл храм, принял омовение, открыл храм. И нашел, мне вроде все эти горшки с киром все убрал, ну как возможно, что он под одеждой спрятал себя его там. Пуджари удивился, как это Господь украл горшок кирис. Я прекрасно помню, что я весь этот сладкий рис убрал, но как это возможно, что он спрятал у себя под одеждой, и он извинился и пошел искать, о, кого зовут Мадхавендра Пури, ты очень удачлив, ты несказанно удачлив. Кто же Мадхавендра Пури? Сам Гопинат, он украл кир для тебя. И Мадхавендра Пури сказал, да вот я Мадхавендра Пури, только что ты удачлив, сам Господь накал кир для тебя, и вот бери, ешь. И Мадхавендра Пури, стало стыдно, что я думал таким образом, что хотел попробовать этот сладкий рис, и вот ты отправил его мне, прошу прощения за беспокойство. И вот он начал плакать, о Господь, ты настолько милостив, столько проблем принял из-за меня, я очень извиняюсь. Ты принял мне, я падшая душа, и ты столько сделал для меня, и вот Пуджари ушел. И после этого Мадхавендра Пури принял кир, вымыл эту емкость глиняная, разбил ее на части и завязал в узелок. И каждый день Мадхавендра Пури пад. Prem, then he is crying. Gopal arranging kira for me. Whenever he took one piece, every day. И вот там каждый день он ел. So Madhavendra Puri was speaking, hey, actually. Этот кусок этого глиняного горшка, и Мадхавендра Пурипад, он подумал, что должен уйти быстро, что все узнают, что Гопинат ради меня украл кир, и поэтому я лучше уйду с этого места. И вот Мадхавендра Пурипад рано утром. There he is asking to all Panda and big personalities there. The actually Gopal came in my dream. Gopal, his body is burning. You want to get some chandan? Can you arrange some chandan for Gopal? Yes, why not? Вот он пошел в Пури к царю Пури и сказал, что all Panda, big Panda, and some Panda they have good connection with king. И вот он пошел к царю, чтобы просить этот чандан. Но они пошли к царю панды и сказали, что вот пришел великий преданный, что Гопал явился к нему во сне и сказал принести чандан. И вот царь, он проникся и сказал организовать чандан и камфору. И после этого они дали ему грамоту, что этот преданный, он несет чандан и камфору. Мы подарили ему этот чандан и камфору. И не нужно его арестовывать, вот это пожертвование для него.
поскольку на дороге могли просто арестовать, обвинить в воровстве, ну и все на этом. Ну, ему дали письмо, что если кто-то там остановит, вот, показать письмо, что вот это пожертвование от самого царя для Гопинатха, а я просто несу его. И вот, когда он с Чанданой и Камфорой, Мадхавендапури, он мимо проходил Римуны, и все преданные, они увидели его и начали приветствовать ему, накормили его киром. И после этого ночью, когда Мадхавендапури падал, он спал, опять Гопал явился к нему. О, Мадхавендра, да. Ты так много трудностей терпишь из-за меня. Я... You need not go to Vrindavan. I arrange everything for Gopal. Hear me what I say. И слушай меня, Гопал и Гопинатха, они не отличные. Мое тело и его тело, они не отличные. И не думай по-другому. Ты можешь предложить чандан ему. Тебе не нужно этот тяжеленный чандан нести через всю Индию. Если ты предложишь ему здесь, то мое тело во Вриндаване, но охладится, я Гопал, я Говинда, ты знаешь. Мы не отличны друг от друга. И тогда Мадхавендапури потом позвал всех пуджари и сказал, Господь явился ко мне во сне и дал мне указание, чтобы я предложил чандан Гопинатху. Да, мы можем помочь тебе, но нужно позвать преданных, чтобы они... Тюрли чандан, ну, тюрли чандан вручную, это часа 4 надо, чтобы там натереть достаточное количество. И вот наняли этих тюрщиков чандана, и вот в течение 21 дня нужно предлагать чандан Господу до последнего дня. И вот с этого дня у нас есть праздник. Utsav, Chandan Yatra. We have the chance. Chandan Yatra. You see, this way we can begin Chandan Yatra. Really? Вот с этого дня как раз началась Чандан Ятра в Пури, также можно найти Джаганатху, он идет на Нарендра Саровар, Индрадюна Саровар. И Джаганат поздней ночью, он потом возвращается в храм, в свой храм. Он идет на этот Индрадюна Сарова вот во время жары. Джаганат, Баладев и Субхадра и Сударшан. Они все катаются на лодке. Ну, и там есть храм также в Индрадюна Сароваре. Narendra Sarovar. There is one temple inside water. That you have to go, make ticket and go inside. A very nice place. There they serve Jagannath, nice fruits and sharbat. You know, they can make nice sharbat. Then after late at night, Jagannath again come back with plant queen. И потом после этого поздней ночи Джаганнатх возвращается. From today, it's nice, This way, we have the chance to get this Chandan Yatra Utsav. We are very lucky. И вот мы очень удачливы, у нас есть такой праздник Чандан Ятра. Мадхавендапури Пата, он настолько удачлив, что когда Махапрабху, он ушел из этого мира, то есть Чайтанья Махапрабху вместе со всеми преданными. С Нитянандой, когда они пришли в Нилачал первый раз, он сначала зашел по дороге в Кхирачура Гопинатху, и Нитянанда рассказал о славе его Мадхавендапури и Кхирачура Гопинатха, поскольку Нитянанда Прабху и Адвайта Гасай, они получили дикшу от Мадхавендапури Пада. Madhavendra Purivara, Sishavara, Sishara, Nithananda, Siyadvita Vibhu. Ishara Purike Dhamna, Karilena Sichaitanya, Jagat Guru, Gaura Mahaprabhu. So you see,
И вот смотрите, таким образом Нитянанда Прабху, он описывает этот праздник Чандан Ятры, как он получился. И Гуранга Махапрабху говорит: о, Нитянанда, ты думаешь, Мадхавендра Пурипад, Гуранга Махапрабху говорит: о, Нитянанда, Мадхавендра Пурипад, он уникален, он настолько удачлив. И вот Чайтанья Махапрабху говорит: о, Нитянанда, ты подумай снова и снова, настолько удачлив Мадхавендра Пури, что сам Гопал несколько раз приходил к ним во сне, потом явился непосредственно сам, а мы не можем видеть Гопала, а Нитянанда Прабху говорит, что смотри, ты сам Гопал. И вот таким образом сочетание Махапрабху дает урок нам, что если вы хотите увидеть Верховного Господа в этой жизни, вы должны развиваться, вы должны продвигаться на пути Баджана, как Бхактивинода Тхакур, Джаганадас Бабаджи Махарадж, Гур Кишодас Бабаджи Махарадж. Вы видели фотографии, ему больше 120 лет, но он все равно повторяет Харинам. Он в день и ночь повторяет Харинам. И вот вы должны получить вот такой же вкус. Если вы такой же вкус получите к Харинаму, то скоро, сегодня или завтра, вы встретитесь с Кришной. Может, во сне Кришна явится к вам, может, непосредственно или через Харинам вы осознаете его. И сейчас я хочу вернуться к случаю. И вот, ну, давно достаточно спрашивали меня вот вопрос такой, что какой-то преданный Гауди, он ехал просить подаяния в какое-то место, и кто-то спросил его: ты тут Парашюрду не собираешься, а ты Кришну вообще видел? И этот преданный, ну, не знал, что ответить, и сказал, что не видел Кришну. Это было на день явления Шрилы Шанти Госвами Махараджа. А тут Махарадж сказал, что нет, мы видели Кришну как, ну, божества Кришны, они не отличны от самого Кришны. Виграха, она не отлична от Кришны. Если вы, у вас есть стопроцентная вера, что божества в Джайпуре и в Натхадваре, или те божества в Чайтанья Матхе, они это сам Кришна, то будьте уверены, ваш Кришна даршан, он совершен. Вы не можете понять, подобно, ну, пример, Катва, вы слышали название Катва, это там, где Чайтанья Махапрабху принял саньяс, то там Рагунандан Ачарья, он очень маленький мальчик был. И однажды его отец ушел, по делам, он, этот его отец каждый день поклонялся Шилаграму, Гопалу, Гирирадшили. Но в то время он был вынужден уйти по делам, и этот мальчик, он играл. Вот отец сказал: смотри, ты должен поднести Богу для Господа. Вот твоя мать приготовит, а ты возьми эту тарелку с подношением и поднеси Гопалу. Сможешь сделать? Да, смогу. Не проблема. Все, иди, я предложу. И вот Рагунандан Ачарья, он очень маленький мальчик был. И вот его отец ушел. Он вечером собирался прийти. И вот когда отец вернулся, он смотрит, ну, случилось, что он предложил подношение внутри храма и спросил. Он сказал: Гопал, вот просад тебе, давай, давай ешь. И вот он ушел, вышел из комнаты, но маленький был, он не знал, как делать, просто подразумевал, похлопал
вернулся, смотри, просад, и там eat. Вода, там, давай ешь, отец меня побьет. Гопал, eat. Гопал, давай ешь. Not take him. Как не ешь? Then he gave one stick. И вот начал, палку часть тебе побью, если есть не будешь. И он, Гопал, явился after там Gopal, и съел. И после того, как Гопал ушел, съел всю тарелку, мать пришла, я говорю, где Бога? Ну как Гопал съел? Как Гопал съел? Все съел. И мать не знает, что делать, но отец пришел тем временем. И где просад? Как тарелка пустая? Ну, Гопал съел. Как Гопал съел? Да. Как что, правда? Да, Гопал все съел. И вот он... И он вошел в храм, и это ладу был сладкий шарик. Not sweet ball, mean sweet and bold. Not that rasagulla. Ну, в общем, ладу, как ладу какой-то там было. So, taking the ladu. И он ладу тоже. Going inside, go and arrange. Let me see you are Gopal eating or not. А, ну, сказал, вот и ладу, иди предлагай, я посмотрю, Гопал ест или нет. И вот этот пришел, этот мальчик, смотри. In the noontime you took, now you are not taking. Father can say, I'm a liar. You have to taste. Давай ешь, но ты днем ты съел, а сейчас этот отец меня побьет, если скажет, что я, ну ты не съешь, скажет, подумаешь, что вру. И вот отец открылся, ну начал есть, а тут отец открыл окно, чтобы проверить, и ну, осталось половина съеденного ладу, и отец поверил. И вот таким образом, смотрите, отец старше, гораздо старше этого мальчика, но все же Говинда Гопал, он не мог явиться перед отцом, но явился перед Рагунандана Ачарьей. И поэтому в Пурушоттам Даме Шри Чайтанья Махапрабху пошутил с Мукундой. О, Мукунда, у меня сомнение есть. Какое же сомнение? Ты отец или он отец? Рагунандан твой отец или он, или ты его отец? А он сказал Прабху, если честно говоря, он мой отец, потому что я Кришна Бхакти от него получил. Да, ты прав. Да, ты прав. Ты получил Бхакти от своего сына, и поэтому он твой отец, а не ты. Гопал явился и просад принял от него, не от отца. И вот смотрите, таким образом вы можете понять, божество, оно не отлично от Кришны. Если вы 100% верите в это, не сомневайтесь. И также я привел пример с Сакши Гопалом. Два брахмана, они отправились в паломничество. Я говорил это, не буду повторяться. И вот старший брахман, он хотел отдать в жены свою дочь вот этому младшему брахману, который служил все паломничество, что отдам тебе дочь, ты женись на ней, как ты отдашь, поскольку ты из высокой касты, я из низкой касты, ну не парься, я вот перед Гопалом обещаю и отдам. The small, but that Vipra came, ну, этот senior, младший брахман, он как бы обиделся и сказал, что вот перед тобой этот старший брахман пообещал мне, что даст дочь замуж за меня, и я как бы не особо заинтересован, но поскольку он тебе пообещал, поэтому ты свидетель, иди и докажи, ну вот как я там божество, как могу вообще ходить. You have to give witness. И ты должен подтвердить его слова. Ну как, божество не ходит вообще, да? Ну как, если божество говорят, то ходить должны.
То есть, если ты говоришь, speak, поэтому давай собирайся и пойдем. Ну, в общем, они договорились, что он пойдет за ним, за младшим браманом, и вот Гопал пошел. That village, long distance, you see? Ну, в ту и в их деревню, это очень далеко было, и вот там собрание, собрали, что божество, божество из Вриндавана пришло. Yes, the deity coming. Да, вот божество идет, смотрите. Maybe he carry? Ну, может, несет это божество. Не, ну, большое, тяжелое, как его нести. Ну, проверим, что там. И он спросил. Then the senior devotee is saying, what I speak, I cannot remember, actually. I forget. И вот этот старший браман сказал, что я там что-то пообещал, но забыл, что там наобещал. Ну и этот младший. Но Гопал подтвердил все это. И все эти жители деревни, они увидели, что сам Гопал говорит, нет, мы должны поверить, и не может говорить ложь, поскольку само божество пришло сюда и еще и сказало нам то, что пообещал старший браман. И вот когда я увидел Радха Говинду во Вриндаване или в Джайпуре, когда я видел Шинатха в Натха-дваре, если у меня есть стопроцентная вера, что это Кришна, то тогда Кришна может ответить нам, что да, я Кришна. А если мы наполовину верим, то Кришна не может ответить нам. Вы не можете обмениваться мыслями с Кришной, поскольку Кришна, он полностью сознателен. А наше сознание такое полураскрыто или может на 80% раскрыто или на 90, или даже на 95, но не на 100%. И если у нас вера на там, 10 или сотую часть процента меньше, что это божество не от, как отличается от Кришны, то этого мало. То есть невозможно, то есть должна быть стопроцентная безраздельная вера. И другой пример в Калне, Гауридас Пандит. Гурнитай, Гурнитай, он начал плакать, я не могу отпустить тебя, и сказал Гурнитас, ну как ты можешь закрыть меня, нам идти надо так много служения, нет, отставай здесь. И Гурнитай надо подумали, что же делать. О, Гауридас, знаешь что, смотри, сделай двух божеств, Гуру Нитай. Нет, я хочу вам служить. Ну хорошо, ты божество здесь сделай. И Гауридас, ну, сделал двух божеств, Гуру Нитай. И в храме. Then Gauridas offering Gauridas Buddha начал предлагать им подношения, им и Гуру Нитай, самим, которые сидели там у него рядом. И Гуранга Махапрабху, кого ты хочешь, божество или ну, на нас, кто останется, нет, вас хочу, а, но и божество взяли, ушли, не, вы уходите из храма, нет, оставайтесь. И Гуранга Махапрабху таким образом доказал, что я божество, не отличен от божества. Тогда, то есть это рядом, это было 500 лет назад всего. Все знают этот случай с Гурдасом Пандитом. И вот Гуранга Махапрабху доказал там, что божество не отлично от Кришны, от меня. And to Sachima, и Сачимате Гуранга Махапрабху, он дал идею, что ты скоро мои два, if,
а ты обретешь меня в форме Харинама, то есть и в форме божества. Он сказал это своей матери, и таким образом божества не отличны от самого Кришны или от Радхарани. И если не отличны от Гауранги Махапрабху, и если есть такая стопроцентная безраздельная вера, то будьте уверены, что эти божества не отличны от самого Шри Кришны, но ваше такое сознание должно быть в вашем сердце. И без этого у вас нет возможности видеть Кришну и Гаурангу. Если вы хотите достичь того уровня, вы должны совершать харинам и служить, и плакать. Никогда не идите к дурному общению, если в вашей жизни вы будете совершать какое-то, ну, даже немного дурного общения, даже на какое-то короткое время. В Пуранах много примеров, что был один преданный, он очень, ну, короткое время, он попал под чье-то дурное влияние, он пал с пути и стал собакой. Он совершал баджан прекрасным образом, но как-то отклонился под влиянием дурного общения и стал собакой. Он с какими-то яванами общался. И вот сейчас вы знаете, что это Гоунитай Викраха в Калне. Однажды Шамананда Прабху Дуки Кришнадас, он получил дикшу от Гуридас Пандита. Шамананда так много служения совершал, 22 этих горшка с водой он каждый день приносил. Ну и так. In Bengali you speak. Still you speak. One day Gurudev gone to some place for seva. Ну, как это у него болезнь развилась, ну, из-за ношения этих 22 горшков каждый день. И вот его Гурудев куда-то уехал, а вот его ученик Шамананда Дуки Кришнадас, он праздник, ему нужно было организовать. И Гурудев вернулся и спросил, кто дал тебе указания, чтобы организовать этот праздник. Ну как ты? Ну, ты как бы уехал, но кто тебе позволил организовать этот праздник? Давай, уходи. И вот он, ну, он выгнал его. Ну, что делать? Гурудев выгнал меня, и так Дуки Кришнадас и Шамананда Прабху, они пошли на берег Ганги, и там отдельный праздник они организовали, какой-то утсав. И Гурудев там утсав организовал. И когда Гурудев хотел предложить подношение божествам, но увидел, божеств нет, они куда-то ушли. Ну, куда же ушли? С утра и видел, были тут, и уже нет. И кто-то раз сказал ему, что Гаунитай ушли на берегу Ганги, там с твоими учениками, духи Кришнадаса, они там. Да, как Гаунитай надо ушли туда без моего разрешения, но я побью их. И вот пошел туда с палкой и увидел, что Гаунитай не танцует там, и как он такой великий преданный, я выгнал его из храма, но Гаунитай, они тоже ушли за ним, и мне стыдно, и он попросил прощения. So Гаунитай уже ушли там, и они танцевали на берегу Ганги. И этот преданный, он организовал праздник там. И вот когда Гуридас Пандита... Они когда увидели Гуридас Пандита с палкой, они быстро убежали назад в храм. И вот таким образом, Шамананда Прабху, когда отправился во Вриндаван, то
он мыл Нидубан. Он очищал Нидубан, и там он увидел, нашел какое-то кольцо. И потом Лалита Саки явилась к нему, давай это кольцо, нет, не отдам, как так, что твое вообще, кто такой? И Радхарани была вынуждена прийти к этому Дуки Кришнадасу, и он отдал это украшение Радхарани, и это Радхарани этим украшением она поставила тилак на его лбу. И с тех пор, Шьямананда Паривар, у них такой особый тилак. И Гурудев очень разгневался, кто позволил тебе этот тилак ставить, ты мое указание нарушил. И Радхарани пришла к нему во сне и сказала, а кто ты, чтобы его ругать? Что Дуки Кришна да, что он мой Саки. Hey, who are you? А ты кто такой, чтобы ругать его? You are Sakha of Krishna, but he is not Sakha. Ты Сакха Кришны, а он не Сакха. Он actually he is my, you know, Sakhi. Manjari Swarup is there. Он имеет, yes. Он мой манджари, и то есть я поставила ему этот тилак, и у него есть должная вера и уважение к тебе, и поэтому не ругай его. И Гуридас Пандит, он попросил прощения у нее. Радхарани – это наивысшая гуру. И таким образом, смотрите, в начале всего вы должны понять разницу между трансцендентным и материальным. То есть не все могут понять эти простые вещи. И вот из Гауди Миссии кто-то отправился в какое-то место просить подаяние, и вот его начали ругать, что ты видели Кришну, чего вообще сюда пришел? Нет, не видели. И, ну, если не видел, что ты делаешь? Но Шанта Махарадж сказал, нет, я могу показать тебе Кришну. I have seen. Я видел. Because you know, поскольку deity in Krishna, 100% believe in at the lotus feet of Prabhupada. So why I can say I have never seen поскольку Krishna? Deity is equal to Krishna. Они не отличны от Кришны. Я верю в слова Шрилы Прабхупады. In Hariman also there is one poem. In Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitamrita, Dikha Puras Charan Vidhi Apekshana Kare, Jiva Sparse Achandare Uddhare. You need not take diksha. Only Harinam is more than sufficient. То есть получать дикшу не обязательно, Харинам достаточно, чтобы достичь Кришны и получить нитья севу, вечное служение. Но Рагунатха Гасай и Бхактивинода Тхакур, они все же говорят, что нужно принять дикшу. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он приводит прекрасный пример, если вы, у вас есть стопроцентная вера в Харинам, этого достаточно, не обязательно получать дикшу, если вы верите, что Харинама достаточно, поскольку через Харинам все может быть, весь баджан можно совершать через Харинам, но чтобы было проще избавиться от материальных обусловленностей, нужно принять дикшу, дикша Гаятри. Они помогут вам освободиться от влияния майя. Если вы на 100% верите, что Харинам он полностью полный, то есть дикша вам не нужна, то этого достаточно. И вот в этой шлоке Аргунат Дас Гасай говорит, что нам нужно получать дикшу, все писания. Везде говорится, что Панчаратрик Дикшу, Вагаме, Вигаме, говорится, что вы обязаны получить дикшу, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что не обязательно. Если у вас есть стопроцентная безраздельная вера в Харинам, что сам Харинам не отличен от самого Кришны, то тогда нет необходимости вашей дикши. И поэтому в Читании Чайтамрите описывается, что
Jivasparse Achandale Uthare. It is written. Харинам is so powerful. Что Харинам, он настолько могуществен, что вам не нужно получать дикшу, совершать пурашчаран. Но это процедура, через какую то обретаете какие-то способности. Но если у вас есть безраздельная вера в Харинам, то это более чем достаточно, и Кришна будет вынужден явиться вам, дать даровать свой даршан. То есть через Харинам можно видеть Кришну Вриндаван. Но все можно видеть через Харинам, но вы не можете поверить сейчас, поскольку у вас нет практического опыта. То есть люди хотят какие-то практические примеры. Но практически это будет возможно, когда вы сможете следовать мне. И тогда практически могу вам показать, иначе невозможно. Мадхавенда Пурипад. Он очень болен. Ишвар Пурипад, он служил ему с безраздельной преданностью. И вот Мадхавенда Пурипад был болен, а Ишвар Пурипад служил ему. И он служил, смотрел, как годы все чувствуют, все ли хорошо, могу ли я еще что-то сделать для него, то ли это, чтобы Гурудев думал о Вриндаване и не отвлекался ни на что. Но Рамачандрапури, он спорил с Гурудевом, что ты Брахма, что ты плачешь вообще? И вот Мадхавенда Пурипад, он думал о Кришне, о Мадхуранадхе, он и плакал, а этот его ученик, он очень падшая душа и говорит, что ты Брахма, зачем ты плачешь, не нужно плакать. И вот Мадхавенда Пурипад очень разгневался, выгнал его. Я не хочу видеть твое лицо всю оставшуюся жизнь. Then I can fall down. Go away. То есть уходи от меня. Why? Почему? Why is very very friendly and loving and all. Но когда приходил Ишвар Пурипад, но Ишвар Пурипад, он никогда не спорил с Гурудевом. Always serving. Он только служил ему прекрасным образом. This way. И таким образом Ишвар Пурипад получил всю милость от Мадхавенда Пурипада. Но Рамачандрапури, он ничего не получил. Он просто упал. И вот если я могу следовать своему Гурудеву на 100%, то Гурудев может благословить меня, и Шрила Прабхупад будет вынужден благословить меня. Я хочу говорить все, о чем сказал Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинода Тхакур и мой Гурудев. О всем остальном я не заинтересован, не хочу говорить только то, о чем говорила наша Гурварда. А те, кто под именем Харикатхи и Харибаджана, те, кто обманывает людей, а люди настолько глупы, что они хотят быть обмануты, поэтому они обманываются, и кому же верить, кому следовать, кто же виноват в этом. То есть мы сами виноваты, то есть мы стремимся к сатсанге и получаем ее. То есть это простые вещи, вы не можете понять. У вас есть такая чувствительность, чистые преданные не могут понять. Если вы приблизитесь к чистым преданным, они видят все. Если что-то неправильно, они могут это обнаружить. И асатсанга, ее нужно избегать. Если вы сможете избегать асатсанги, асатсанга тяг и вайшнава ачара. Избегать асатсанги – это признак вайшнаваты. Это значит, что вы совершаете сатсангу. Ну и наоборот, соответственно. Что если мы совершаем сатсангу, то мы должны
избегать сатсанги в то же самое время. So you can understand how you can see Krishna. И также мы должны совершать киртан баджан. I can give more and more examples in the следующие дни. Я могу больше примеров привести. Continuously for 2-3-4 days, I'm giving answer to all questions. И в последние дни я отвечаю на вопросы, которые ко мне пришли. I'm giving answer to all questions through my Harikatha. Today, и вот сегодня я закончил. Today I speak this way. How you can meet with Krishna? Ответ на вопрос, как встретиться с Кришной, то что божества, они не отличны от Кришны, но вы должны верить в это на 100%. Иначе, будучи в материальном состоянии, вы отправитесь во Вриндаван, на Ямуну или еще кто-то, пользы нету, поскольку вы туда отправляетесь с материальным умом, материальными чувствами. То же самое случится с вами. А лучше совершайте служение. То есть совершайте какое-то служение, очищайте даму, предлагайте гирлянды божествам, поклоняйтесь Ганге, Туласи, Гомате. То есть повторяйте харинам, совершайте служение настоящим индийским коровам, Туласи, Ганге, преданным бхактам, и совершайте парикраму. Парикрама, она даст вам, она даст вам нечто особенное, поскольку дама – это Нитянанда Таттва. Нитянанда очень милостив, более милостив, чем Нитянанда. Вы должны совершать служение даме, совершать парикраму. Вы следуйте этому, совершайте какое-то служение. Если будете думать, слишком жарко, никуда не пойдем, то преданные так не думают, жарко либо холодно, но все же я Говардхан Парикраму совершал, то есть слишком жарко, если то есть можно просто помирить по дороге от такой жары, но я привык. То есть Кришна, все произойдет по его милости, если Гурдев благословит меня, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада, вся Гурварга, то никто не может остановить меня. Понимаете? И вот эти качества, которые описываются в киртане, я в следующий раз объясню. И тогда этот киртан, он может принести радость Гуранге, отцу Санкиртана. Very nice loka, nice loka there. Then you can understand. Next day I can explain. Jatha yatha atma parimijjate asau matpunnagatha sabano vidhanai. I can explain this loka. Very nice loka, you can go mad. So nice explanation. Yatha... यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्यगाथा सवनो विधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अन्यनो संप्रयुक्तम् आई कैन एक्सप्लेन दिस श्लोक फ्रॉम भागवतम टुडे वांछा कर्पदर्वस्य कृपा सिंधु व्यवचपति तानु पापनि भूषण भ्यो नमो नमः